Поздравляем бабушек с 8 марта. Поздравляем бабушек, чтобы не болели, чтобы бабули Наи не болели ножки. И чтобы бабули Иры все было хорошо, чтобы было что покушать, чтобы никогда не болели. И чтобы у бабули Шуры тоже было все хорошо, чтобы не болели, чтобы все было хорошо, чтобы все было. Чтобы у бабули Зины, Зины. Все хорошо было, чтобы не было войны. Чтобы было все хорошо, чтобы не было войны. Мы всех... Мы поздравляем вас с 8 марта, бабушек наших. Мы поздравляем вас, бабушек наших. С 8 марта. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем вас! Вас! Ванечка, а кого ты сейчас поздравлял? Бабушек. Ванечка, ответь. Бабушек. А как зовут твоих бабушек? Бабуля Ира. Бабуля Лай, бабуля Зина, бабуля Сура. Молодец. А какая бабушка? Ты знаешь, где бабушки работают? Молодец, бабуля Ира. В садике бабуля Лая. А когда ты в садик приходишь, кто тебя в садике встречает? Бабуля. Ты радуешься, когда она приходит? Да. А бабуля Шура где работает? На огороде. А что она там делает? Выращивает фрукты. Выращивает фрукты. А бабуля Ира? В магазине. А что она у нее там в магазине? Еда. Какая? Вкусная. Тебе нравится там? А бабуля Зина? Где она? Ростове! Ростов, моя любимая песня Ростеляев. А что это за песня такая? И все? Спой эту песню, ты ее знаешь. Спой немножко. По Первому каналу показывают мне, как Зина не порадует шагать по стране. Смотри, Первого канала, на всю эту топу. Забыл, что ли? Да. Ну вот. Катюш, а что ты хочешь пожелать своей бабушке? Я хочу пожелать здоровья, счастья, и чтобы не болели никогда. А что хочешь пообещать бабушкам? Пообещать, что будем слушаться. Ты! Что ты? Надо слушаться. Вот. Чтобы слушаться можно было. Мы будем слушаться, будем все хорошо. Но слушаться. Ты помогать нести сумки после работы бабуля Рая. Она же всегда с сумками приходит, а мы с Ванькой ей помогаем всегда. А с какими твоими сумками она приходит? С продуктами, с йогуртами для нас. А откуда она их несет? От магазина! Бабуля иногда в магазин ходит. Покупает для нас. Только иногда. Ты покупаешь для нас. На работу. На работу? Еще ездит куда-то, я не знаю, но куда-то ездит. Какая бабушка у тебя ездит куда-то. На работу. Сумки-то она откуда приносит? С работы. Она собирает коллекцию пакетов.
Ты едаешь пакетики? Да. У нас дома очень много пакетов, мы не дадим. Понятно. А Ванечка, что хочешь сказать? А, у меня на полу есть сюрприз. Сюрприз? Да, когда плечи и выхожу. Большой сюрприз? Да. Ну только с таким круглым. С круглым? А? С круглым? Да. Золотеньким. Он как глаза. Желтенький, как глаза? Как да, как у него голова есть? Есть. И у него голова желтая. У него у кого? Нет, у бабичка. У нас у маленького. Вот. И там классно такая штука. Цветок называется. Цветок. Понятно. А кто у нас должен победить? Россия! А кто проиграет? Америка! А кого мы победим? Мои лучшие внуки. Телевизор. Первый всем бит булавой.